Друзья, всем привет, ребята, привет-привет. Сегодня мы на кухне, с самого начала. Я купила печень куриную, сейчас хочу сделать паштет, как мама делала. Есть видео, кстати, на моем канале. Юрка со мной здесь тоже. Привет. Очередной майонез. Юра хочет сделать майонез только уже с чесноком, подобавлять туда всяких приправ, короче, вкусняшку. Короче, эксперименты. Эксперименты. Я вот нарезала уже морковку и лук. Вот. Мне бы пересмотреть, конечно, рецепт, а то я могу мимо. По-моему, мама добавляла мускатный орех. Я нашла у себя. Сейчас я пересмотрю и вернусь к вам. Итак, я глянула, что мускатный орех нужно там буквально на глаз в конце. Мама довольно-таки много добавляла его. По вкусу, короче. Побольше. Побольше? Да. Думаешь, вкусно будет? Да. Сейчас я высыпаю печень. Она, конечно, в воде еще немножко. Да. И морковку с луком туда же. Оно должно все тушиться, а потом это все бжик-бжик. Слушай, наверное, много-много сделала. Что, печень? Угу. Еще хорошо, плохо, что много печени. Или будем много кушать. Много будем кушать. Тоже неплохо. Да. Батон. А, батон есть у нас. Батон есть, надо еще возьмем. А, я еще купила мороженое сегодня. Так захотела мороженое. Ну ты гундосишь, ты нос? Да, да, на улице холодно. Гундосю. Гундосю. Вот сюда я добавлю перчик горошком. Дашь? Горошек забирай. 4 горошинки буду потом выдалбывать. Так, все. Купила сегодня яблочек, по скидке, кстати, очень вкусные яблоки, я такие раньше брала, мне они очень нравятся. И гречку взяла, кстати, гречка как будто покрашенная, я не знаю, такой цвет у нее странный. Да, видела я гречку. Знаешь, сколько она стоит? Не знаю. 17 гривен, это очень дешево. А, ну, это странное. Так только такая была в магазине, по 17. Посмотрим. Я не хочу, чтобы она была светлая. Я не люблю, когда гречка разваливается, такая светлая, безвкусная. Фу. Ну это вроде бы обжаренная, не знаю. А ты посолил? Да. А? Густой. Я накрыла крышкой, уже все тушится, немсик. Я проверила каждую печенюшку, чтобы не было там желчи. Я так понимаю, Юр, да, желчь возле печени? Да. Насколько я помню. Чистенькая печенка. Пусть тушится. Вкусно уже пахнет. Очень вкусно у Юрки получилось. По вкусу, так как на шаурму, знаете, мажут белый майонез. Он чеснок добавил, немсик. Мы сейчас немножко перекусили. Я открыла бабушкин салат, она мне передавала. Он так тянется, очень сильно тянулся. Я его выкинула. Нужно будет самой в этом году закрывать, потому что, ну, банки возить туда-сюда не хочется. Так банки есть, буду закрывать, чтобы дома было. И не нужно будет везти очень далеко. Вот. И открыли побольше салат, баночка побольше, вот такой. И этот более-менее вкусный. Ну, по крайней мере, намного лучше, чем то, что был предыдущий. Я весь карандаш съела. Не держится на мне, когда кушаю вообще. Сейчас, кстати, хочу посоветовать вам сырок. Юрка купил, очень вкусный. Он такой нежный, солененький немножко. И зелень. Сейчас открою, немножко оставила на потом. На утро самое то. Да и даже вечером, если хочется, с хлебцами можно, допустим. Вкусный сырок и недорогой. Вот я уже высыпала все в миску. Нам понадобится мускатный орех и масло. Думаю, масло у меня есть. Надеюсь, не закончилось. Да, есть. Я уже побжикала. Ну, я не знаю, жидкий он получился или нет. Он должен застыть. Здесь масло сливочное, так что должен застыть. Вот, удобно все делать было. Сейчас баночку буду пересыпать. Я уже все сделала, сейчас вот взяла мороженое, я покажу вам мое любимое мороженое, я
Все лето его ела, и весну, по-моему, ела, осень тоже. Просто обожаю именно вот такое. Большой стакан ласунка. Или ласунка. Короче, я люблю это мороженое и шоколадное. Я перешла на шоколадное. Я раньше шоколадное вообще не любила. Меня Юра подсадил. Вот, он только шоколадное мороженое кушал. Я как-то пару раз укусила. Мне тоже понравилось. Я начала есть только шоколадное. Теперь все. Пломбир как-то мне уже не очень вкусный. Сейчас пойду поваляюсь немножко и посмотрю очередную серию сериала, которого я начала смотреть. Я, кстати, вчера вам не сказала, что это за сериал. Это «13 причин почему». Такой, в принципе, интересный сериал. И сейчас буду третью серию смотреть. Вот, там всего лишь один сезон, 13 серий. Интересный, не знаю, кто смотрел, напишите свое мнение. Понравился, не понравился. Больше ничего не пишите, а то будет неинтересно мне дальше смотреть. Вот, и все-таки посоветуйте мне какой-то еще сериал. Знаете, я хочу что-то подобие на «Домохозяек», как раньше был вот старый тот сериал с «Домохозяйками». Мы еще вчера, кстати, два фильма смотрели с Юрой. Мы посмотрели «Коматозники». Я очень советую посмотреть этот фильм. Интересный. Мне понравился лично «Коматозники» про молодых докторов. И, «Какие-то мамочки 2». Я уже забыла, как полностью этот фильм называется. Но вы поняли, это новый фильм, который сейчас в кинотеатрах шел перед Новым годом. Вот, тоже очень смешной. Мы первую часть смотрели, ржали. Там, ну, реально веселый такой фильм. Советую тоже посмотреть, кто еще не видел. Все, я пошла точить мороженое. Вот, и сегодня, я не знаю, если хватит сил, поваляюсь, если я не устану лежать, сделаю себе басму на голове, накрашусь басмой второй раз. Потому что голову нужно мыть, как раз помою, и пока будет влажно, буду наносить краску. Посмотрим. А еще нужно сегодня обязательно сделать шеллак, потому что у меня уже, как видите, он отрос. Вот. И на видео, когда я снимала детали, видно было, ну, что ногти не в хорошем состоянии. Я еще умудрилась съесть мандаринку и потом снимать детали ногтями. Кутикула была желтая. Я опять в халате. У нас безумно холодно. Просто невыносимо, как холодно, в квартире резко стало. Температура, наверное, упала до минус 10, это точно. Я точу апельсины, поднимаю себе иммунитет немножко. Очень сильно хочется спать. Я просмотрела 2 серии сериала, которые я смотрю. Вот, сейчас хочу пойти скинуть видеоматериал для влога на комп. И пойти покупаться, погреюсь в горячей воде немножко. Сделаю себе масочки, скрабики всякие там, кремчиком потом намажусь. Такое спа-ритуал себе устрою сейчас. Ну все, друзья, я буду отключаться, влог буду заканчивать. Я только что вышла из ванны, накупалась, нагрелась, самое главное, потому что до похода в ванну мне как-то даже холодно было, знаете, морозило. Вот, может, я подзаболела немножко. Гульку делала, чтобы волосы не намочить. Завтра буду краситься. Сегодня уже сил нет ни на ногти делать. Не буду делать ногти. Краситься не буду тоже. Сегодня уже все. Реально нет ни настроения, ни сил. Ничего делать не буду. Сейчас только я сделаю влог. И все. Загружу его. И до завтра. Завтра с вами встретимся, я надеюсь. Я в последнее время как-то сомневаюсь снимать влоги каждый день. Но надеюсь, что все будет хорошо.